вместительная печь с антипригарным покрытием. Сегодня поговорим про печь GF Grill, модель GFO48BR. Для начала посмотрим на комплектацию. В коробке лежат электрическая печь, противень, решетка и держатель для них, а также вертел с держателем, гарантийный талон и инструкция. Гарантия на прибор 12 месяцев. Корпус весит 9,4 кг. Спереди дверца из толстого термостойкого стекла, таймер и ручки для выбора программы, температуры и режима работы. Под ними световой индикатор. Внутри два нагревательных элемента и выемки для установки решетки и противня. Объем камеры 48 литров. У нее антипригарное покрытие. Внизу есть 4 прорезиненные ножки. С ними прибор не скользит по поверхности. Поговорим про функции. У печи три рабочих программы. Вертел для приготовления мяса и птицы, конвекция для готовки на нескольких противнях сразу, а также вертел и конвекция вместе. Он подойдет для больших блюд, например, дичи целиком. Также есть несколько режимов работы. Нагрев сверху подойдет для запекания, нагрев снизу для подогрева еды. Нагрев с двух сторон для жарки, тушения или запекания блюда. Можно настроить температуру от 100 до 250 градусов и установить время работы. От 5 до 60 минут. Мощность духовки 2000 Вт. После включения печи загорается световой индикатор. Он оповещает о готовности прибора к работе. Встроенный вентилятор поможет избавиться от лишних запахов. А подсветка позволит проверить, готов ли пирог. О завершении процесса приготовления оповестит звуковой сигнал. Печь GF Grill – вместительное и мощное устройство с несколькими режимами работы. В ней удобно готовить большие и сложные блюда. А покрытие внутренней камеры не даст еде пригореть и сделает чистку легкой.